Здание бывшего пансионата «Росинка», расположенного в Заречье, будет реконструировано и передано под размещение школы-пансиона. Согласно проекту, композиционное решение здания пансионата с N-образным планом и двумя симметричными крыльями сохраняется. При этом боковые объемы надстроят третьим этажом. Это позволит разместить дополнительные помещения – учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку и другие.